номенклатурный актер. Я давно не выступал по телевизору и мечтал создать вот этот театр, потому что в течение 15-20 лет я заметил, что актерское искусство где-то засорено, знаете, получилось между народа и сценой, потому что сцена – это актер. И я хочу создать сейчас, вот видите, вот в помещении Хурава, Рачан, РССЯ, мы же давно знаем этот. А наше поколение, есть Рамазы, есть там Чихвадзе, Резо Чхейдзе, Курами, Медико Чахала, Верико Анджабаридзе был тогда. В общем, очень много. Арчиль там, Чихвадзе, много друзей. Буду повторить, из этого мира я могу носить туда только одно. Что мы братья. Мне не нравится слово дружба, когда речь идет о Грузии. Братья. Чокнутые братья, знаете. Так что я сейчас волнуюсь, ну извини, пожалуйста. Привет вам. Здравствуйте. Спасибо. А я забыл сказать, что, извините, что я плохо говорю по-русски, по-армянски тоже плохо говорю, потому что я прежний армянин из Ленинакана, Ереван. Но еще есть другая причина, до сих пор не понял, что за язык. Клоп мужского рода, а родина женского рода. Спасибо. Спасибо.